Знаменитый боксер Николай Валуев отправился на поиски снежного человека. В экспедиции приняли участие видные деятели науки и культуры. Николай, я только что видел нору сурка полевого. Можно мы остановимся и познакомимся с ее обитателем? Нет. Коля, а можно я добегу до тех кустиков? Нет. Где-то здесь должны быть руины древнего русского города Татламыш. Давайте остановимся и копнем. Нет. А можно мы остановимся вон у тех кустиков? Нет. Коллеги, мне кажется, я только что видел вспышку в небе. Нет. Коля, я вижу какие-то следы. Можно я пойду их обследую? Где? Возле тех кустиков. Нет. Так, дальше в обуви идти нельзя. Йети может отпугнуть запах вулканизированной резины. Меня даже инопланетяне в обуви забирали. Не может быть и речи. Ладно, тогда держитесь от меня на некотором расстоянии. Я пошел. А знаете, коллеги, здесь можно встретить не топыря обыкновенного. Не топыри, несмотря на почти полную слепоту, очень интенсивно размножаются. Эти интересные существа находят партнершу на ощупь. Мне кажется, что они занимались этим именно здесь. По крайней мере, активно готовились к размножению, это точно. Да вы что? Это же следы снежного человека! По-вашему, снежный человек полирует столичную тремя семерками и закусывает бычками в томате? Конечно! Ведь это же русский снежный человек! А когда русский человек приходит с работы, неважно, снежный он или не снежный, да сок у него одинаков! Коллеги, извините, что отвлекаю вас от дискуссии, но, по-моему, я нашел следы снежного человека. Смотрите, он в три раза больше, чем мой. Смотрите, у него 5 пальцев! Это сенсация! Как здорово! Во-первых, уберите грабли от моего открытия. А во-вторых, кто-нибудь мне объяснит, что тут происходит? Коля, мы нашли след снежного человека! Это сенсация! Эти следы на это указывают. Нет, не так. Эти следы указывают на Йети. Сами вы как Йети. Ни на минуту вас оставить нельзя. Это мои следы. Чё застыли? Пошли!